На улице потеплело. Мы воспользовались этой возможностью, уезжаем к моему брату в дом. Вот так вот мы собрались, смотрите. На несколько дней. На несколько дней, да. Дай, пожалуйста, мой рюкзак. Сейчас, где он? На. Водичку я возьму сюда. Вот. Ехать там в Истру, точнее, за Истру будут выпуски. Погнали с нами. Садитесь. В общем, перед поездкой мы заезжаем в гараж, потому что нам нужно взять наши основные прибамбасы. Это палатка, так как там есть Истринское водохранилище, прям буквально в нескольких километрах. Мы можем туда съездить на целый день, разбить палатки, костер. Возьмем с собой плиточку газовую, чтобы там сделать чаечек. Ну и, короче, как следует отдохнем, коль такая жара пришла, да, к нам в Подмосковье. Ну да. Покажем в этом выпуске вам дорогу до Истры. Можно ехать двумя способами. Либо через МКАД, либо по бетонке. Пока не решил, скорее всего, поедем по бетонке. Но посмотрим. Я пока не решил. Дорогу покажем, расскажем. Покажем жесткие переезды, на которых можно провести и не один даже час. Ну, кто в Москве проживает, поймут. В общем, ладно, погнали пока в гараж. Смотрите наш райончик. И да, я забыл еще сказать, что спонсор видео наши кровати. Смотрите рекламку. Напоминаю, что нужно вам подписаться на канал, кто за нами следит, кто первый раз оказался на канале, потому что мы сейчас запускаем такую новую, наверное, не рубрику, а будет новый плейлист у нас на канале, называться «Над городами». Я уже начал снимать первый выпуск, это будет съемки с квадрокоптера, буду подниматься над городами, над поселками, рассказывать историю этих городов, про какие-то классные места. Про Подольск сейчас снимаю, но прерываю съемки, потому что вот мы, наступила жара, неохота здесь сидеть, мы поедем к брату, где водичка, где реки, где водохранилище, дом все-таки. Вот, собственно, Темка, ты мне мешаешь? Вот, но коль мы будем в Истре, значит, соответственно, сделаем материал по поводу Истры. И, скорее всего, выпуск в плейлисте «Над городами» будет именно про город Истра. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк этому выпуску и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Закидывал нам важные вещи в тачку, Родион вырвался. Не выдержал. Так. Ладно, все.
едем. Ну все, выехали мы из Подольска, все-таки решила ехать по бетонке, потому что в Москве туристика с пропусками еще действует. Кто не знает, я уже поймал 2 штрафа по 5000, поэтому обязательно подпишись на канал, потому что я в каком-то выпуске расскажу, что у меня получилось с этими штрафами. То ли я их оспорю, у меня их скинут, либо все-таки придется забашлять. Но это будет позже. Темка тоже чихает. Мне кажется, что-то опять свистит начало, что ли? Это мы сейчас проезжаем, ребята, перекресток, поворот на Щапова. Вот вы видите светофор. В каком-то году, по-моему, это был год 14-й, была страшная авария. Вот оттуда летел самосвал, груженный полностью щебнем, и у него отказали тормоза, он вылетел и врезался в автобус с пассажирами. Жертв было предостаточно, и такая пробка очень сильная была. Было все перекрыто, наверное, полдня. Было прям жестко, сюда вертушки МЧСовские прилетали. Лагерь разбили. Такая достаточно картина была не из, даже не знаю, даже слов подобрать, короче. Да, тогда отказали тормоза, и тут была жесть, а там такая жесть. Наверное, все люди пострадали. Поехали в больницу. Да. Наверное, скорая помощь, пожалуйста. Вот мы поворачиваем на бетонку. Ой, что здесь так мокро, блин, я только помыл машину. Это слепануло. И такой видос у нас получится из стиля влог. Прям такой влог-влог. Мы поели, мы попили. Мы покакали. Мы покакали. Не, мы покакали, будем. Но сегодня уже нет, потому что... Будем как. Вот за вот это я не люблю бетонку, вот здесь вот за кем-то прицепишься и все, и вот так вот и будешь ехать. Без еды. А я тебе что не открыла, ты мне сидишь голодным, что ротики надо было оставить. Чего? Хорошо, что не... Ну-ка откуда не возьмись, блядь, сплошная появилась. Ну ладно, мы же типа ехали, нормально тут все было. Задача найти еды. Мы вот такие вот бургеры купили на Нефтемагистрали, на баллы бесплатно, и кофе взяли. Настеньки мало. Настя любит жрать. Настя любит жрать. Надо пожрать до отвала. Потому что мы едем к сыроедам. Да, там... все потому что мы едем к сыроедам, которые... Которые не жрут, как мы, да? Которые не жрут, сейчас начнется помидоры, финики, миники, да? Мяса хлум нет, не будет. Строят вот это вообще уже столько лет и никак ничего не могут построить. Вот еду и думаю, когда это все закончится. Каково местным жителям жить вот так вот столько лет? Ужас вообще. Приятного аппетита, Родик. Молодец, что подремал. Вот все до сих пор ремонт. Что-то они тут строят.
Это мы сейчас проезжаем трассу Минка, М1. Дорога на Смоленск, на Белоруссию, короче. Значит, можно нырнуть под мост и уехать в Белоруссию, в Белоруссию. Беларусь. Солнце спряталось, ничего не печет, хорошо, комфортно, хорошо, комфортно. Так, давай сворачивай. А мы едем прямо. Это вот, ребята, называется малое бетонное кольцо. Вот мы заезжаем в Голицыно, и вот здесь, в Голицыно, как раз тот самый Голицынский переезд, вот на нем можно встать на очень-очень долго. Ну посмотрим, а может быть нам повезет. Курку? Курку? Почему? Она же не мешает. Ну вот мы и подобрались к переезду. Вот такая здесь картина. Но это на самом деле не самая плохая, потому что вот я его уже вижу отсюда. И вот машины поехали. А бывает, хвост затягивается там на несколько километров и стоишь прям реально часами. Ну что, минут 10 постояли мы. Вот открыто. Открылся переезд. Можете увидеть, да, вот встречки едут. Сейчас и мы поедем. Ну уже. Сейчас поедем. Там переезд, поезда ходят. Вот мы пропускаем, когда поезда проедут. А потом едем мы. Нет. Классно. Вот, Родька, видишь, мы поехали. Родька вообще не любит стоять. Пока ты спал, мистер. Почему мы не поехали? Почему мы поехали? А почему мы не поехали? Вот, видишь, едем, Радюша. Мой мальчик ног завалила. Ну, потому что у меня остались. Ну, а куда я нога? Ладно, никто не просит. А эти машины, да? Конечно. Ничего, Радюша. Вот он переезд. Это его еще сделали, вот покрытие новое. Что такое? А было-то вообще здесь. Что это было? Ужасно. Пить хочешь, Родион? Водичку хочешь? А? Хочешь увидеть Вове, мы тоже. Ты хоть поспал? Едем, Радюша, едем. Артём, не это, не бей меня по креслу, пожалуйста. В общем, переезд Голицына мы проскочили. Эти светофоры там еще дурацкие, на которых тоже можно стоять. У нас впереди в Звенигороде вон какая история нас ожидает. Что там такое? Что-то какие-то перекрытия. Какой серый? И сколько мы там простоим, непонятно. Ну ладно, что делать, как говорится. Сами поехали. Вот еще переезд. Тут прям, короче, этот переезд на переезде. Говорю, здесь можно стоять, а что так долго? Не знаю, сядь пока. Вот поэтому бетонку расширяют, делают параллель, но делают это очень-очень много лет. До сих пор ничего не доделывают. Я смотрю, где скелеты. Я его обожаю. Там полимер с глазами, часами.
же заметили, вот сколько мы едем, все, вот ремонт. Чтобы понимали, это действительно длится уже много лет. И никто достроить не может, пока Настенька не возьмется. Вот он так не делал вообще. Сейчас начну мультик, не осознанно. Привычка, ну так, чтобы тебя. Конечно, ну, он вообще не делал вот так. У тебя нос не пересох, Артём? Нос дышит? Тяжело дышать, нет? Мне просто нужно, у меня какая-то физическая. Когда-то здесь эстакада. Магически. Еще остался часочек ехать. Ну, наверное. Ну, в Звенигород уже, ну да. Сейчас может больше, потому что там какое-то перекрытие, вот как раз в Звенигороде. Сейчас мы за него уезжаем, и там перекрытие какое-то. Я не знаю, что такое. Что это такое? Да уж. Да, в идеале в обед, конечно, надо выезжать, чтобы они спали, но... Да, ну уже... Не такие маленькие. Надо уже включать, таскать. Вот, это мы проехали. О, видишь, там дальше какое-то перекрытие. Что это вот такое вообще? Перекрытие больше дня назад. Что это за перекрытие? Блин, нифига там уже бордовое все. Да. Вот видите, мы подбираемся к этому перекрытию. Что это? Интересно, интересно. Ладно, сейчас посмотрим. Давай. А вот и перекрытие. Смотрите, какая пробка. Вон аж оттуда все стоят. Что это такое? Блин. Вот. Вот. Но можно запустить квадрокоптер и посмотреть. Я вот здесь решил уйти на Новую Ригу. Так пишет, что навигатор на 3 минуты быстрее, но я думаю, на гораздо быстрее, потому что здесь мы сейчас как бы в объезд на 2 километра побольше, но будет 100% ощутимо быстрее. Вообще Рига — это прекрасная дорога. Да, это вообще такая песочек, да. Песочек? Я не знаю, насчет песочек, Тёмка. Сюда. Через 400 метров. Чё, Тёмка, надо поспать было. Я не могу, я не могу поиграть, пап, можно? Посмотрим. Посмотрим, как вы будете, когда мы приедем. Я же не против. От стиков кричать, да? Всё зависит от вас, да. Держите. Так, левее. Опа. Опа. Через 400 метров. Держите. А теперь здесь разгоняемся до 130 и едем. О, почему так быстро? Потому что через Истру сам уехать не очень хочется. Там по-любому светофоры. Поэтому вот сюда, сейчас вот так вот лоб, вот так оп. Все.
ставим машину на круиз-контроль 130 километров. И все, едем. И вообще немного ставим эта точка, это дядя Вовин дом, да? Там. Вот эта точка. Вот точка Вовин дом. А, вот. Почему долго? 23 минуты напишите. Если сядь. А знаете, точка? Где? Ты это? Это я еду, мы едем вот так. Поворачиваем в сторону Истры. Вот видео в мультяшке работает, темпла, что работает. Смотри, замедленная работа, темпла, работает. Тем, не дергай моим. Но у меня тоже такое бывает. Надо заново закрывать, заново открывать. Вот мы заехали в город Истра. Но мы его будем прям по самому краю объезжать, по западу, получается, этого города. Проедем сейчас Новый Иерусалимский монастырь. А на днях мы полетаем там и сделаем выпуск про город Истра. Человека вы его увидели, а сверху увидите выпуски, поэтому подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А еще обязательно пишите комментарий, так как это поддержит в продвижении нашего канала. В карму себе плюсик заработаете, лайк поставьте. Так, нам куда-то налево надо. Вечно здесь пробка. Да, зеленое все. Да, светофор здесь явно работает очень хорошо. Да, смотрите, вон там, видно вам, не видно, как красиво туман стелится. Ты знаешь, что получишь вот лягушки. Мимишек видишь? Это река Истра. Здесь прыг спросил. Вот Новый Иерусалим. Это что, это концертная площадка, да, какая-то, по-моему? А, музей, музей Новый Иерусалим. Сверху тоже на него посмотрим. Ой, как здесь будет здорово. Вот реально живем же, да, вот все вот видим, вот под, под таким углом, да? А дрон столько вообще этих закрывает, прям штук. Конечно. Класс. Вот, друзья, мы заезжаем в Бабкино. Здесь живет у меня брательник, купил себе тут дом. Подписывайтесь на канал, если понравился, обязательно ставьте лайк. О, какая, да? По возможности делайте репост данного видео, может быть, кому-то дорога покажется очень-очень интересной. Вот, а мы сейчас будем разгружать машину. Да, классно, я как раз ее только помыл, и вот мы заезжаем в идеальную, как говорится, грязь.
Ну это не дядя Вовин, подальше. В общем, здесь в Москве были сильные дожди, и здесь очень сильно вообще все так затопило. Ну сейчас топоген, да, ребятишка походу тоже строят. А это эти строят или нет? Нет, это уже, видимо, землю купили. Деревня под хуяром, да? Да, это здесь не отсыпано, вот они у себя отсыпали, надо было там заезжать. Вовка там отсыпали? Да, Вовка там отсыпали. Видишь, там дорога начинается нормально. Бабушки! Здесь что-то жалобы. А здесь какие-то жалобы. Все, вот он, дядя Вовин, забор. Дядя Вова, культуры, на, видишь, все, вот так вот. Вот забор его. Мы сейчас прям вот так вот заезжаем сюда, вот так вот шлепс, вот так вот шлепс. Все. Папа, его дом желтый? Нет. Лайк поставили, на канал подписались. До новых выпусков. Спасибо, что посмотрели до конца. Мы не вдвоем, конечно, по миру, но мы вчетвером. А Подмосковье! Куда решили? Ну, ё-моё, привет! Привет, дядя Вова! Наконец-то вы встретились! У меня есть! А что, это Валентин? А у меня Дим! Так долго ехали! Ты же разговорился со всеми! Конечно! Я тебе подтвердился, пока к вам нет! Чё, уже говоришь? Ну-ка скажи что-то! Стоять! Скажи, дядя, я тебя люблю! Скажи, я тебя люблю. А ты скажи.